Мультиинструменталист Загир Зайнетдинов заявил о завершении карьеры в этно-шоу «Зайнетдин». Большой сольный концерт в Уфе 29 марта станет заключительной точкой проекта. Как изменится его жизнь после башкирской сцены, артист рассказал на пресс-конференции в медиацентре «Россия». За 2 года существования проект «Зайнетдин» дал более 200 концертов и побывал с гастролями в 8 странах. И теперь, осуществив первоначальные мечты и планы, коллектив намерен выйти на новый уровень и заявить о себе на международной арене, скорее всего, европейской. Это шоу обретет новый формат, имя, однако сохранит национальный колорит. В настоящий момент артисты находятся в творческом поиске, готовят музыкальный и визуальный материал. Некоторые свежие композиции прозвучат на предстоящем сольном концерте. За метаморфозами поклонники смогут наблюдать онлайн. В соцсетях появится мини-сериал закулисной жизни Загира Зайнетдинова. Те цели, которые мы изначально для себя ставили, мы их реализовали. Сейчас мы хотим поставить этим концертом некую точку и двигаться дальше чуть в другом амплуа. То есть поменять образ, поменять направление. И уже хочется выйти на международную арену. То есть выйти, так скажем, с башкирской культуры уже на международный уровень, чтобы кататься по Европе, по Китаю, по Азии.